Институт океанологии при Болгарской академии наук находится в квартале Аспарухова, буквально в 15 минутах от дома, в котором я живу. 31 октября, в Международный день Черного моря, здесь обычно проходит день открытых дверей. И любой желающий может посетить научные лаборатории и пообщаться с сотрудниками. Ну вот мы с сыном и решили использовать эту возможность. Мы вас с собой приглашаем. Това попчета, не? Това е кучката. Кучката? Да, това са малки кефалчета, тези горните. А това долу е попче. Это нам крабик машет. А как по-болгарски называют? Рак. Да. Это только другие. Не знаю, далеко вижу. А, да. Это видно. Да. Скоритки. Это местные черноморские креветки. Ознакомившись с презентационными стендами, мы узнали, что Институт океанологии этот был основан в 1973 году. Лаборатории физические, химические, биологические, исследования, да, в экспедицию ездят. Холодильники, что ли? Вот, тут целый класс привели. Научные сотрудники института встречали очень радушно и простыми словами говорили об интересном и важном. Значит, това е крайнец. Тръгва от синьо, минава през зелено, през едно такова... С каким огромным интересом ребята наблюдают за химическими опытами, что-то им тут объясняют, рассказывают и даже самим разрешают что-то там куда-то накапать. Смотрите, все хотят, конечно, поучаствовать. Значит, тук се получава само с единицей. А здесь вот девочки уже постарше, 11-классницы. И, конечно, они серьезно уже думают о выборе профессии. С большим интересом слушают рассказ сотрудницы о международных экспедициях, в которых она принимала участие. Задают много вопросов. Спрашивают, где получала образование, какое, сколько лет училась. Секция морская геология и археология. Что-то пока мы никого не видим. Поднимаемся на второй этаж. И вот здесь уже разговор шел серьезный, об очень важном. Мы все давно уже знаем простые прописные истины про загрязнение морей, про то, чем это грозит, и про то, что это необходимо предотвращать. Здесь, в лаборатории, мы смогли наглядно увидеть то, что остается от пластиковых бутылок, стаканчиков от кофе и полиэтиленовых пакетов на морском дне. И эти остатки не разлагаются. Кстати, здесь же нам сообщили вот такую цифру. Оказывается, 80% загрязнения морей идет с прибрежных зон. Вот поэтому так важно не только самим не оставлять на пляжах никакого мусора, но и принимать участие в мероприятиях по уборке пляжей, например. Вот хотя бы уж это мы можем делать.
Во дворе института находятся склады с оборудованием и мастерские. Ой, на приезде охрана-то. Чтобы людей не пугать особо. Молодец. Видишь ты как охраняет. Здесь же расположены и ангар с батискафом, спускаемым самодвижущимся аппаратом для подводных исследований. Рядом стоят сотрудники института, которые готовы ответить на любые вопросы. Но самое главное, мне кажется, что можно все рассмотреть своими глазами, пощупать и даже вот внутрь забраться при желании. Вот как раз за счет этого винта батискаф и движется под водой. У нее такой домик есть, он по рельсам туда въезжает. Чтобы цеплять крюк. Наверное, принимай. Но опускать, опускать ее. Опасный зверь-то. На выходе я поблагодарила дежурного сотрудника за интересное мероприятие. Тоже коллега такая. А вам понравился день открытых дверей в Институте океанологии в Варне? Не забудьте поставить лайк его организаторам и автору канала. И ждем вас снова в гости на следующее видео.